Всем привет! Канал Старик и Море, село Березанка, Мало Березанка. Переехал я сюда. А, кстати, не забудьте подписаться, поставить лайки, комментарии. Переехал я сюда год назад с целью найти золото. Потерянное золото Киевгосбанка. Я думаю, все у меня это получится. Прошу вас подписаться. Привет, местные. Привет, пацики! Короче говоря, не переключайтесь, будет интересно. Здорово! Сейчас будет интересно. Беру металлоискатель. Сейчас зайду к соседу сначала. А потом возьму металлоискатель. Систы. Всем привет, канал Старик и Море. Дело такого рода. Сосед просит найти ключи с металлоискателем. Помогу. Вернулись вы? Да. Сейчас я обуюсь и... Хорошо, я подожду. Ага. В общем, полчаса уже вернулся. Ключи найдены. 50 гривен. Ну, я не отказался от 50 гривен. Не хотелось брать, но взял. Пустой карман. Надо заполнить. Шучу, карман полный. Дождь идет. Так что, может, сегодня поиска и не будет. Я обещал видео. Ну, короче, видите, дождь идет. Может, сейчас закончится, может и нет. Посмотрим. Все-таки устроился я на работу. Сегодня первая смена была ночная, утро. Ну, тут есть возможность кофейка сварить на газу. Все как положено. Сторожить устроился. Тюльпанчики еще не отцвели. Скоро вот эти цветочки будут расцветать. Непонятно что. Я уже домой, утро. Конечно же, я вздремнул немного. Утро, сейчас уже обед. Поспал, сейчас буду заниматься огородом. И опять на работу. В ночную. Пиончик скоро будет расцветать тоже. В общем, вот он огород. Ну, это здесь дети посадили. Там редиска, а здесь салат. Полил. Заглянул в свой чудо-пакет. Это семена мне мама прислала. Собранные за многие десятки лет. Что тут есть? Дайкон, редька какая-то. Кукуруза сахарная, цукровая. Так, это все потом. Не надо. Вот. Вот что мне нужно. Хочу посадить как можно больше тыквы. Первый сбор кабаков, 14-й год. Ого. Селенок-то. Мама, блин, закрутила. Закрутила одной рукой, видишь, мамуль. Привет тебе, кстати. Ты одной рукой закрутила, че двумя, я одной смог открутить. Пойдут такие, наверное,
Вообще они какие-то, блин, калечные, что ли, дистрофичные семечки. Есть тут и другой сорт. Я тыквенную кашу люблю. Дело вот в чем. И люблю семечки вот эти. А их еще можно продать. Их ездят, скупают. Короче, я буду сажать. Пойдемте на огород. Вот, кстати, мои помидорчики подрастают. С перцем заглушкой еще не зашли толком. Будут, ну, и будут, короче говоря, будут хорошие плоды. Вкусные, сочные. Томатного сока наделаю. Кстати, надо поднять с погреба. У меня в погребе есть томатный сок. Еще от предыдущих хозяев. Сейчас быстренько огород сделаю и айда за золотом. Ну, а еще в ночную смену, блин, на работу идти. Ну, это не беда. Эх, соседи, соседи. Вещи постирали. Скоро я машинку куплю стиральную. Как с зарплаты с первой. Водички набрал. Полью. Первая грядка. Прополоть надо и полить. Погнал я поливать. Водицы. Племяннику Максим привет. Племянник посадил эти огурцы. Попросил меня пополивать. Буду поливать. Огурцы, говорят, влагу любят. Их надо постоянно держать. Ну что, постоянно нужно поливать их. Огурчики. Чтобы были сладкими, сочными, мокренькими. Итак, вот три грядочки. Ну, будет раз, два, три. Четвертая. И вот здесь еще пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. В общем, их 10 штук. Я их сейчас тоже вспушу тяпочкой и буду зернышки закладывать. Ну, что я вам хочу сказать. Сажать огород — это не так уж и легко. В земле колупаться. Маме привет. Не забудь посадить арбузы, дыни и кукурузу. Приеду, попробую. Пока сам сажаю. О, как. Короче, я заглянул в интернет, посмотрел, как лучше сажать кабачки. И вычитал, кому-то там, короче, какой-то форум, на форуме какой-то масон. Масон говорит, я, говорит, первый масон. Я, говорит... Короче, говорит, она говорит, этим знаком равно, короче, этим. Ну, в общем, две полосочки сделать в каждой грядке. И тогда, говорит, урожай будет хороший, говорит, вкусная каша и все остальное. Так что вот так я сделал, покажу. Вот равно. Равно. Короче, везде по равно. Типа как бы... Что он имел в виду этим самым? Типа, какой хочешь урожай, тот и будет. Вот такая шняга. Так, иду далее. Короче говоря, мамуля, блин, спасибо за семена. Посажу побольше, чтобы наверняка взошло. Тыкаю погуще. Если что, потом пересажу. Лучше. Чем если, блин, какая-то семечка с дефектом не сработает. И что я потом тогда?
зимой буду делать. Как и без тыквенной каши? Никак. Корни у меня тут. Короче, дела такого рода. Дело такого рода, что урожая может и не быть. Шучу, конечно. Так, еще туда. Сюда я, наверное, отсюда насыплю. Разные тыквы разных мастей растут. Приезжайте, угощать буду. Кукурузу будем есть, вырастет, если капуста, борща сварим. И здесь пухнастых натыкаю. Вот они какие. По краям какие-то пушистые. Как мох. Вы, ребятки, там в комментариях напишите, если что, я не так делаю. Червячка оставлю. Пусть удобряет. Так вот. Красота. Не, надо тяпку брать. Ого, говорю. Зорька красная. Это еще бабушка моя была жила. Была жила. Четвертый год. И тут семена совсем другие. Какие-то коллекционные, что ли. Пухленькие такие. От бабушки все самое лучшее. Гляньте, какие они толстые. Интересно, зайдут? Четвертого года, блин. Они, наверное, иссохлись все. Короче говоря, их надо уже сажать, либо сейчас посадить, либо уже они испортятся. Сколько же их можно? Выдержка какая. Только представьте. Скоро 20 лет. Через 3 года будет. И резкость подевалась. Так вот. Исторический момент. Серега посадил огород. Ура! Ура! Съедим, нет, придем ночью, все украдем у него. Не зря ли я в интернете показываю, что огород у меня будет полон угощений, вкусностей всяких. Мысленно уже ем кашу с топора. Тыквенную кашу. Кто любит тыквенную кашу, ставим лайк, подписываемся на канал и пишем в комментариях рецепт каши. Если не трудно. А я буду запереписывать в блокнотик себе. Рецепторный блокнот. Сейчас я все заначки подостаю. Тут другие какие-то мастюшечки. О, 14-го года. Сейчас расшифруем, что здесь написано. Так неудобно через камеру мне смотреть, но вы уж извиняйтесь, олянчики. Сбор. Кабаков, 14-й год. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Принеси, Сережке, замечательнейший урожай. На голову надо. О! Тут? А, тут совсем другие мастюшечки. Тоже уже посажу все, была не была. Если взойдет, так соберу новые семена, правильно, Сережа? Так все нормальные люди делают в таком случае, как у меня. Уже чтобы и родителям выслать кабаков, по соседям раздать. Не за бесплатно, конечно. На мясо буду менять. У меня же свиней нет. Вот и все.
что тут еще? Сейчас будем смотреть. Новейшая лунка. Так, так, так. О, какие-то зеленые. Чего не зеленые? Они, наверное, в Яде, я так думаю. Это магазинные зерна. Зерна из магазина. Зина, зина с магазина. Ну, это маловато сюда. Я добавлю еще каких-то, наверное, вот этих наипростейших. Не, эти подальше положим. Вон в те лунки 9, 8, 9, 10. Это 7-я лунь. Полно лунтиков будет в огороде. Обильно надо смазывать. Сорянчик, что камера ушла. Ошибочка вышла. Горе прям. Вот 7-я лунка. А там 8, 9, 10. А то, оказывается, шестерочка была. У меня все на счет. Я еще им имена дам. Люся, Пуся и Марфуся. Кстати говоря, вот муравьи ползают. Кто знает, насколько они могут навредить моему урожаю. О, я уже прям вижу мысленно комментарий. Да твоему урожаю ничего не навредит, у тебя ничего не взойдет, ничего не вырастет, никогда ничего не вырастет. Ты просто, Сережка, оболтус. Грубияны. Долой грубиянов. Долой Конституцию. Шутка. Фильм недавно смотрел про Конституцию. Хороший. В общем, 9-10 лунку, 8-ю, 9-10 я не буду показывать. Как засажаю, это будет секрет. Вам, наверное, уже не интересно. Сейчас полью и будем ждать урожая. Поэтому всем пока. Всем пока, с вами был Серега. Не забывайте подписаться, повторяюсь. Писать комментарии, интересно почитать. Сегодня на работу поеду. Покеда.